Ну вот, я привязал. Значит, песня называется «Волейбол в разборе». Если вы, проснувшись утром, озаботитесь здоровьем, вам, ребята, надо срочно отправляться в Подмосковье, ой, машиной по Рублевке ехать стало быть пристало. Нет машины, электричкой с Белорусского вокзала. Там в просторах есть поляна, а на ней площадок 200. Если я слегка напутал, провалиться бы на месте, и чуть сдвинутый по фазе, от восхода до захода в волейбол играют люди, наплевав на непогоду. Волейбол играют люди, наплевав на непогоду. Вот подача и взлетает волейбольный мяч над сеткой, но спешит и успевает черноглазая брюнетка. Мужики от страсти млеют, выдать пас хотят красивый, а она двойные блоки пробивает всем на диво. Хитроумные шатенки там обманывают лихо. Ты на блок, а мячик рядом, элегантно так и тихо. Упадет и все сначала, вновь отыгрывай подачу. Это вам не санаторий, и тем более не дача. Это вам не санаторий, и тем более не дача. Были б у Венеры руки, в волейбол играла б тоже, потому как на блондинку я знакомую похожа. А прекрасная блондинка, грациозна, как тигрица, мяч любой вонзает в землю, вам такое не приснится. А потом сидят стадами, пьют вино, чаи гоняют, поют песни под гитары, свое братство прославляют. Я там тоже был, ребята, приезжал всегда к обеду, и, наверное, в выходные снова я туда поеду. И, наверное, в выходные снова я туда поеду.